Привет, дорогие подписчики и зрители, меня зовут Тайна НЛО, и сегодня для вас три удивительных ролика. Вы посмотрели, но не знаете, что это такое. Я вам сейчас расскажу и покажу, но для начала посмотрите этот видеоролик до конца, оставьте комментарии, и самые те, кому нравится мой канал, ставьте подписку, делитесь с роликом, дорогие друзья, и никогда не уходите. Ну что, мы начинаем первый сюжет и первый ролик, который вы посмотрели. Посмотрите его снова. Случилось так, что в Грузии отключился свет в одной маленькой деревушке. Но это было не только в деревушке, и в других селах. Причина была проста, никто не знал. Но когда увидели видеокадры, как работники около часу завис необычное явление, им сразу стало страшно. Что это, НЛО или какое-то существо питается энергией? Посмотрите внимательно, дорогие друзья. Это страшное явление, то, что вообще происходит на нашей планете. Люди вообще в последнее время не верят в происходящее. Они думают, если что-то случается, значит это природное явление. Но второй сюжет совсем шокировал не только людей, но и всю планету. Этот ролик набрал множество миллионов, но исходя всего, его поразило не то, что сам НЛО, а что в нем было. Самый огромный корабль на планете, который к нам залетел, был замечен. Это были факты или не факты, я не знаю, утверждать вам или не утверждать. Но вы посмотрите, дорогие друзья, я оставляю без комментариев, потому что такое необычное НЛО пригнали, это вообще ужас. А на десерт я вам оставил еще один интересный ролик, я вам сейчас его расскажу. Дорогие друзья, вы, наверное, заметили, что на старых и истории, которые нас в детстве пугали, там драконы и так далее, монстры, существа, все стало наяву. А необычный НЛО скинул на землю какой-то интересный ковчег, который находился, скорее всего, монстр.
правило, я не знаю, исходя из всего, потому что люди утверждают, что это было так и есть. Появился какой-то монстр в этих лесах. Какой монстр, никто не знает. Но знает, что он 3-4-метровый. Посмотрите контейнер, как НЛО скидывает на землю. Такое вообще впечатление, что на нашу планету что-то завезли. И, скорее всего, мы с вами питание. А если вы присмотритесь, необычное НЛО начинает погружение на нашу землю. Что это? Вы посмотрите. Необычный контейнер, который может находиться несколько таких существ. Это очень страшно. Если у вас есть комментарии к этому видеоролику, оставляйте. Все это ничего, дорогие друзья, но это происходит на нашей планете, и каждый час, каждая минута, даже каждая секунда проявляет свою агрессию в нашу сторону. Что надвигается и как с ней бороться, никто не знает, пока мы, дорогие друзья, будем смотреть и удивляться, что происходит. Меня зовут Тайное НЛО, и я вам даю совет, досмотрите этот сюжет до конца. Поделитесь с этим роликом, дорогие друзья, не ленитесь, ставьте лайк и подписку. До новых встреч, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился этот сюжет. Пока, пока.